Если вы думаете, что вас невозможно удивить, то вы очень сильно ошибаетесь. Грузовик, который сегодня вам покажу, заинтересует и удивит очень многих. Знакомьтесь, герой сегодняшнего выпуска – полноприводный грузовик ГАЗ-66 «Шишига». Если вы заметили, необычного в нем очень много. Давайте по порядку разбираться. Первым делом бросается в глаза массивная конструкция в виде каркаса безопасности, сваренная из труб. Передок и кабина максимально защищены. Затем, если присмотреться повнимательней, можно заметить облицовку, радиатор и капот от грузовика ЗИЛ-131. Для чего это сделано и почему кабина максимально сдвинута назад? Все дело вынесено вперед двигателе, он здесь от трактора МТЗ. Конечно, можно было установить его на штатное место, но мастеру так видней. Обслуживать силовой агрегат стало удобней. Давайте теперь заглянем внутрь кабины. Здесь нас ждет тоже немало удивительных вещей. В задней стенке кабины появился проход в импровизированный салон. Бортовая платформа оборудована большим количеством сидений. Для защиты пассажиров имеется тент, защищающий от палящего солнца. Теперь и стало понятно, для чего была создана данная машина. Это экспедиционный грузовик для активного отдыха, рыбалки или охоты. Ничего подобного в своей жизни я еще не видел. Казалось бы, совместить два несовместимых грузовика. Двухосный ГАЗ-66 «Шишига» и трехосный ЗИЛ-131. Хотя от последнего здесь немного. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Не забывайте про активность под видео. Большое спасибо умельцу из Украины, который и построил данный ГАЗАЗИЛ или ЗИЛА-ГАЗОН. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!